Эй, босс, я тут фотки получила. Угадайте, кто гулял с нашим врагом? Я этого не помню. Народ, амнезии же. Я теперь в натуре злодейка. Да, с этим лучше не рисковать. Плюс, я же ведь напрочь безжалостный, так что... Убейте ее кто-нибудь. Нет. В этот раз оставайся мертвой. Народ, нам понадобится план получше. У них танк. Извините, кто-то сейчас сказал танк? Есть у кого план Б? План Б? Да нам нужен план В, Г, Д. Е, Ё, Ж, З, И, И, КЛМНОП, Р, С, Т. Да нам алфавита не хватит. Делаем то, что умеем лучше всего, ясно? Импровизируем. Что происходит? Что они делают? Они едут очень быстро и яростно, сэр. На чем едут? На быстрых машинах. Быстрые машины? Они обнародованы каким-нибудь оружием? Там противотанковые ракеты? У них вроде есть гарпунная пушка, а так, думаю, это просто красивые быстрые машины. А, блин, ну мы же в танке! Да, что? Вот, блин, гони или сдохнешь, гони или сдохнешь! Ну почему? У них был танк. Ты покинул этот мир слишком рано. О, так ты выжил? И не пострадал. Даже не обжегся. А чё, логично. Хочешь прийти на пикник с моей семьей? Ну ладушки. Даже не верится, что мы выбрались оттуда живыми. Я ведь Хан Соло, детка. Я не могу умереть раньше токийского дрифта. А что касается тебя, ты гляди в оба. Дамы и господа, говорит капитан, мы приземлились на самую длинную в мире взлетную полосу и начинаем заканчивать наше окончательное приближение к пункту назначения. Так что не покидайте свои места, и сейчас самое время подписаться. Если вам еще не надоели двухминутные ролики, у нас на борту можно посмотреть другие видео из серии «Как следовало закончить» на ваш выбор. Не стесняйтесь, смотрите, чтобы скрасить ожидания. Еще раз прошу прощения за неудобства, я не строил эту взлетную полосу. Вероятно, можно было приземлиться поближе к аэропорту, но да ладно. Рады видеть вас на борту.